Приветствую, друзья. Вот у меня было стихотворение такое, графомания. Манящие звуки или вкус шоколада, как солнечный свет сквозь шторы проникшие, мне гладит рукой, нет, мне пальцами гладит, любимая рядом приникнув щекой. Тепло на душе, как с обрыва свисает, вниз с обрыва смотрю, чтоб привыкнуть к падению. Нет, отойду, пусть не манит, не манит, ни звуки не манят, ни вкус шоколада, пусть забуду сюда я тропу. Где бурьяном поросшим, зеленым, отважный, средь камней и холмов я бегу, как ребенок бежит, только пяточки сверкают сквозь свет будущего. Ах, какие детские пятки у ребенка! У нас было детство. Может, найдется и свет будущего. А мне в формате коллективный разум вот сейчас прислал мой друг. Она посоветовала. Надо написать не графомания. Вообще тут нет никакой графомании. Прекрасное стихотворение. Лучше, говорит, написать меланхолия. И закончить. Точку поставить раньше. Убрать последний кусок. А я написал, а как это? И вот она мне прислала. Меланхолия. Манящие звуки или вкус шоколада, как солнечный свет сквозь шторы проникший, мне гладит рукой. Нет, мне пальцами гладит, любимая рядом проникнув щекой. Тепло на душе, как с обрыва свисает, вниз с обрыва смотрю, чтоб привыкнуть к падению. Нет, отойду, пусть не манит, не манит, ни звуки не манят, ни вкус шоколада, пусть забуду сюда я тропу. Вот так, друзья, мы в формате коллективный разум писали картины, видите, какие, ангел-велосипедист, а там вот это вот и участник события, и его свидетель. Хорошую картину вместе написали. Спасибо. Спасибо, друзья. И сейчас напишите, как вам. Графомания стихотворение такое, более длинное, или более короткое, из него же сделанная меланхолия, которую посоветовал друг. Пишите. До встречи. Мы в формате коллективный разум.